Если у вас в течение дня нет времени на короткую гимнастику для профилактики варикоза, отечности и усталости ног, которая продемонстрирована в видео на нашем канале, то можно прибегнуть к специальной гимнастике на рабочем месте, не требующей смены положения и незаметной для окружающих. Начнем с самого частого состояния современного человека. Сидя за столом. Есть одно простое офисное упражнение для ног, ради которого даже не нужно вставать с рабочего места. Вытяните прямые ноги вперед и удерживайте их на весу. Согните стопы, чтобы пальцы были направлены к потолку. Удерживайте их в таком положении 10 секунд, затем расслабьте. Разогните стопы, постарайтесь максимально направить пальцы к полу. Удерживайте их так 10 секунд. Повторите упражнение 10 раз. За рулем. Это упражнение номер 7 из комплекса Шруппа и Хайнека – вращение стопами. Его можно выполнять прямо в автомобиле, когда вы находитесь за рулем или на пассажирском сидении. Начните с 15 вращений, сначала одной стопой, затем другой. Повторите вращение в обратную сторону. Между каждой серией вращений устраивайте отдых по 20 секунд. Постепенно количество вращений можно увеличивать. Стоя. Если вам приходится долго стоять, вены ваших ног в это время испытывают наиболее высокую нагрузку, но даже в таком положении, если нельзя сделать перерыв и походить, вы можете немного размяться. Поставьте ноги параллельно. Начните покачиваться взад и вперед, поочередно перенося вес тела то на пятки, то на носки. Повторите эти покачивания 10-15 раз. Отдохните 10 секунд. Повторите это упражнение еще 4-5 раз, можно и больше, если вам приходится стоять очень долго. Эти упражнения могут помочь облегчить состояние в моменте, но для хорошей профилактики варикоза и отечности посмотрите наше видео с упражнениями. Сам комплекс занимает всего 15 минут, плюс он дополнен простыми рекомендациями о профилактике болезней ног в домашних условиях. Не применяйте никаких рекомендаций без консультации с врачом. Делитесь своим опытом в комментариях, подписывайтесь на Здоровье Сберегающий канал и жмите на колокольчик уведомлений, чтобы первыми узнавать о новых видео. Мы ценим ваше мнение.